Маргарита только приехала со школы в 10 часов. Но не закрывается. Все остальные в школе. Тебе тоже покушать, позавтракать надо? Филька, он уже у него. Кто-то его кормил? Кто тебя кормил утром? Вы кормили? Это я его покормила. Молодец. Ну все, пошли, пошли. Сразу все. Разборки. Утренние. Утренние разборки. Вот так вот и корябается диван. От того, что они на нем буксуют. Не хотят с тобой играть, да? Не хотят с тобой играть, не хотят. Блять, он гоняет. Папа, уже такой, знаете, более агрессивный с ней. Раньше не так было. А сейчас прям прыгает на нее со всей силы. Гоняет. Вырос, побольше стал. Упал, упал. Типа упал и ждет, видела? Ну. Дай мышку. Дай, 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 дай. Дай мышку, дай. Папа наш детей совсем своих не видит. Работает, он уезжает на работу, когда они в школе, а приезжает с работы, когда они спят. Вот так. Только на выходные видит. Все, готово. Ты какой чай будешь? Красный? Зеленый, черный? Фиолетовый, синий? Из двора пришла моя. Что ты там прячешь? Посылочку прячешь. Каролина еще там. Еще, а еще в школе? А, вот. Вот она, в сумке. Выходи. Согласился на улицу. Да? Ну хорошо, если дождика не будет, пойдешь на улицу. Так, сейчас Ксюня приедет. Ксюнечка приедет, Каролина придет, и будем обедать. Ты что гавкаешь, а? Ты не видишь, что это Ксюша? Папа с великом поехал, а что? Почему? Я хотела с мамой опять с великом, чтобы я идти. Да? А, ну потому что ему тяжело тоже без этого. Почему он с машиной не пойдет? Потому что, подожди, а нет, рюкзак тяжелый? Нет. Легче туда или обратно? Туда. Туда легче? Минут, сколько минут едешь? Минут 15? 10. 10-15 минут. Тебя кто-то обидел? Нет. А что? Макс меня не ждал. А почему так долго Макс так быстро? Макс, ты почему Каролину не ждешь? Почему долго надо ждать? Почему долго надо ждать? А почему долго надо ждать? Ты долго собираешься? Нет. Нет? Ну-ка, покажи синячок. Я потом Максу ждала и думала. Уже видите, это сходит синячок. Ну-ка, закрой глаз. Закрой. Светлее становится. А здесь буду что-то подарить, но не коту. За продуктами завтра, скорее всего. Тебе что-то купить надо? Да. Конфетку мне. Я циркарь, Фитекс. И еще Фили. А мне нужны конфетки. Потому что мой циркуль поломался. У нас скоро будет тест. Мама. Циркуль поломался? Так, давайте кушать. Я сварила супчик. Кушать будем? Да. Я тут сидела, кофе пила. Вообще редко, когда кофе пью. Я заварила бабушке и Лео. Лео уехал, сказал, кофе не будет, поэтому сижу допиваю. Что ты мне хочешь показать? Сюда! Что ты мне хочешь показать? Иди сюда! Куда? Иди сюда! Я так хорошо села кофе попить. Она меня поднимает опять. Поехали. Все, бай-бай. Давайте. Дождик пошел. Дождь не сильно. Давайте, пока. Поехали на автобусе. Блин. Велостоянка наша. А кто это тут ждет? А? Ну, они пошли на автобус. Дождик пошел. Что-то не передавали. Передавали на вечер дождь, но он решил пойти сейчас. Давай, продолжаем. А, сейчас у меня от этого масла. Ты масло побрызгала, да? Надо на кончики брызгать, Каролин. У меня сейчас голова жирная будет. Это для кончиков. Всего нужно будет голову мыть. Мыть? Да. Ну, такое вот масло купила. Масло для волос, чтобы расчесывать хорошо. И оно на кончике брызгается. А Каролина мне на корни. Ну, нет, не так много. Ну, ладно. Все уже. У меня тут мысль одна появилась. Сделать себе челку. Только не такую простую прямую, а именно
как ее еще называют, челка, шторка, что ли, она именно вот так вот сюда вот так по бокам ложится, потому что у меня вот тут вот лоб у меня большой, и немножко его, чтобы прикрыть, вот так вот так срезать углы по бокам. Еще воду надо. Вот она, оказывается, что мне делает. Кудряшку мне сделала. Это ты где так научилась? Я? В ТикТоке? А? Или где? Взяла вот мне сделала кудряшку с помощью расчески. Телефон сказала, что-то. Прикольно. И хотела сделать. Молодец. Вот так вот, теперь накручивай. Ой. И держим. Ждем сколько минут? Не знаю. Только минут, немножко. Минут пять. Ай, ты меня так оторвешь, не дергай. Ты мне сейчас волосы оторвешь. Если она не высохнет, она раскрутится. Нужно высохнуть. Вот все, вот так пусть висит. А теперь жди немножко. Угу, жду. Пупурузное. Пупурузное поле. Кукурузное поле. Мы пришли на поезд с Маргаритой. Поедем в торговый центр. Первый раз я с тобой еду. Мы обычно всегда на машине. А тут на поезде. Папа на работе. Поэтому все дома. Дети остались. Мы с ней поехали. Кое-что надо нам купить. Так, сколько нам ждать? 10 минут. 10 минут. Сколько приедет в тебе? 2 часа? 10 минут ждать. Ждем. Никого нет. Пустота. Кукурузное поле. О, один едет. А, это просто. Грузовой. О, наш едет поезд. Поехали, нам с пересадкой нужно. Приехали в торговый центр. Народу мало сегодня. Будний день. Так, Маргоше нужно собрать подарочек. Она выбирает сладости всякие разные на день рождения. Твикс. Сладкая парочка. Что еще есть? Бабушка просила какие-нибудь сосательные конфетки ей взять. Да, сосательные. Они с разными этими. Нет, лучше вот с такими, с разными вкусами, да. Прикольная коробочка. Да? И сколько она стоит, такая огромная. 30. Но они же специальные, да, какие-то? Да, это для голоса. Для горла, в общем, чтобы горло не сохло. Ладно, возьмем это. Пивомилка. С клубничкой такая вот. О, пористая милка. Какие-нибудь вот такие вот сумасшедшие. О, ну я как всегда, мне надо уронить. Это жвачки, что ли? Вот, смотри, с перцем. Ой, нет. Нет? Не надо? Ну, такие тогда какие-нибудь. Вот эти вот разноцветные, с разными вкусами. Это веган. Тут чипсики разные. Печенье, чипсы. Орео. Ух ты. Это маленькие такие, мини. Прикольно. Мини-орео. Возьмешь? Да. Она будет собирать сладкую коробку. Со сладостями всякими разными. Еще орео. Дабл крем. Больше на чем. Чипсики какие-нибудь. Доритус. Острые. Ну, если он любит острое.
Оно со вкусом? Витамин Focus Water. А это что такое? Bio Energy. Биоэнергетик, что ли, первый раз вижу. Мате и гуарана. Прикольно. Support Ukraine. Это с чем? Это просто кислые конфеты. Ксюша попросила еще замазку ей взять и стержни для карандашей. Для карандаша простого. Замазки. Это скотч. Ей нужна замазка именно та, которая вот не выдавливается, а именно как скотч клеится. Стало. Угу. Сколько? У меня то же самое дома. А сколько тут штук? 40. 40 штук. Так, все, накупили подарочков. Замазку так и не нашли. А где еще можно замазку найти? Стержни для карандаша купили, а замазку не нашли. Так, у нас поезд через 15 минут, да? Как раз успеваем. Может, поместится все это? Нет? Это больше коробку или в две коробки? Там у тебя это под кроватью коробка от Zalando. Она больше. Все, будем здесь ждать. За нашими велосипедами, потому что мы сюда приехали на велосипедах. В принципе, тут 5 минут от нашего дома. 5 минут. Сейчас посмотрим. Надеюсь, поместится в корзину. Я приехала на велике Маргариты, а она на велосипеде Ксюши. Поменялись. Мы управились за 1.5 часа. Вот так быстренько. Тебе уроки делать надо? Упали наши велосипеды и завалили чужой велик тоже. Устали, наверное. Давай поднимай один. Теперь нужно. Я думаю, поместится, да. Отлично. Все? Нет, не падай. На, открой. Сейчас, подожди. Я буду держать, то я не могу. Все, погнали. Погнали. Устала. Туда на велике легко, обратно в горку. Привет, мой золотой. Привет. И жарко. Я еще с распущенными волосами. Так вот быстро, что там делать? Мы взяли то, что нам нужно. И все. Что там торчать? А, и не было замазки, завтра я с папой утром в коп поеду, в копе, может, есть. Хорошо? Там не было вообще ни одной, никакой. Ни замазка ручка, ни замазка, как вот этот скотч, вообще ничего нет. Не знаю. Поместится в эту коробку? Не знаю. Вот она взяла такой сок. С чем он? Микс Вайт. Цитрон, лимон. Это еще с лагеря у меня еще осталось. Угу. Это... Я уже кушала, Макс, спасибо. Орешки. Сколько ему исполняется? 13? Все? А, ну вот, видишь. Могу тебе найти на библиотеке. Все. А, приклеилась. Вон дом надпись. Выше дом? Свой тут надпись. А я. И хам за то, что не могу мерчать, потому что я не могу мерчать. Но я хочу, чтобы хумер дом включил.
Все готово. Подарок готов. Деточку. Такие вот Ксюня взяла конфетки. Нет, все, ты уж ты сиди свои кушай. Ты разлил мой телефон. Как я могла разлить мой телефон? Макс, ты чего? Ты разлила мой телефон. Телефон не разливается. Телефон не возрастает. Маргарита будет пробовать воронку делать. Да. Ну один раз попробуй. Давай вороночку. Закрутила. Дала один, потом она сказала, что подружка ее это всегда кушает в школе. Вот взяла. Эти стержни от карандашей кушает? Они что, вкусные? Зачем она их кушает? А стены она у вас не грызет в школе? Нет? Мел на доске, которым пишете? У вас на доске пишут мелом? Или у вас фломастерами пишут? Мелом. Мелом или фломастерами? У меня моя училка, она только с фломастерами. Фломастерами? А у вас? Училка. Мелом? Это папе надо показать. Такое видео. Очень много раз такое. Ой, Каролина захотела эти, как их называют? Маффины. Маффины. Маффины, или как еще называют их, кексики. В общем, тут нашли рецепт. Самый простой. Я уже тут все подготовила. Яйца, масло, мука, сахар. Так, а нам хватит или не хватит? У нас мука, сахара у нас совсем что. В общем, нужно яйца, подожди, осторожно. Не яйца, а сахар с маслом перемешать. Сейчас, подожди, сначала так перемешаем, потом включишь. В общем, чтобы пенка была. Перемешиваем, взбиваем масло и сахар. Скорее всего, не нужно было растапливать масло, оно должно было быть комнатной температурой, измягченное. А я его немножечко растопила, поэтому не знаю, мы когда взбивали, оно у нас как будто немножко... Какой-то сахар. Нормально, да, сахар. Нет. Так, два яйца по рецепту взбиваем, а мы разбиваем четыре. Вкусно. Сейчас еще не надо. Два. Два мы в два раза больше делаем. Нет, взбить, может быть, миксером или вот так. И потом добавляем муку и разрыхлитель. И все, больше ничего. Так, здесь нужно 120 грамм муки. Мы добавим 240. Одна чайная ложка разрыхлителя, я добавлю 2. И все. Все, добавим сейчас сразу в муку 2 чайные ложки разрыхлителя. Сейчас будешь высыпать, подожди. Все, высыпай. Так, да, ну-ка. Высыпай ты все. Все, теперь подожди, Каролин, чтобы пена у нас не упала, нужно потихонечку, чтобы не пышненькие оставались. Когда придешь, будем крем мазать. Очень вкусный крем. Давай. Давай, я тебе наберу, а ты будешь это... наливать. Так, все. Ой, батарейка садится. В общем, почему-то они упали. Ну, сейчас посмотрим. Вот это вытаскиваем, Короленочка. Куда-нибудь на тарелочку. Так, а для крема, для глазури нам нужен так, 200 грамм сахарной пудры и 2 столовые ложки воды. Воды. Да. Мы уже сделали глазурь. А теперь будем красить. 200 грамм
типа как сахарной крем. Пудры 2 столовые ложки. Но я даже больше, не 2 столовые ложки, чуть добавляла. Подожди, Карлиночка, водичку, потому что она была сильно густая. Вот примерно такая вот, чтобы это как, потихонечку так текла, растекалась. А теперь мы будем вот этот. Синий краситель. Да. Красиво будет. Размешивай. А мы еще налить там мало. Зачем? Красивый я цвет. Еще одну капельку больше не буду. Яркость. А зачем ты палочку сломала? Мне эта палочка нужна, чтобы проверять тесто. Она сломала. Все хорошо. Пеклось. Смотрите. Угу. Потому что, видите, вот эти вот, которые из краев не выливались, они нормально вот с шапочкой. А вот эти, которые вылились... Те упали. Наверное, слишком много теста было. Поэтому. А теперь надо этот. Почему это уже... Да. Теперь покрасим. Бабушка там уже сидит, чувствует запах. Сейчас придет... Да, сейчас придет по запаху. Очень вкусно пахнет в квартире. Сейчас сядет и будет сидеть и ждать. Дайте, пожалуйста, покушать. Дайте поесть чего-нибудь. Ну, пожалуйста. Давай, все. Зубы чистить. Кстати, она уже носит комбинезон Маргариты. Раньше Маргоша в нем ходила, теперь она будет в нем спать. А где мой черный? Черный? Он тебе маленький, уже Каролина его носит. Спать быть или нет? Все, спокойной ночи. Покормила хомячка? Да. Все. Я не хочу заплакать. Я знаю, что ты не хочешь. У меня завтра весь утро, все утро только у моей учительницы. Замечательно. Мама. Твоя классная? Да. Уже все улеглись? Спим? Нет. Молодцы. Спать. Нет. Спать. 10 часов уже. Че ты кашляешь? Потому что я сильно смеялась много. Можно так пить всю ночь. Все, полное уже. И сказала мимо. Все, всем пока. Спокойной ночи. На велике надо, на велике. Да. Выключайся. Мама, он у меня скрипит. А может, это ты скрипишь? Это не велосипед скрипит, а ты. Ладно. Все, ребятки, всем пока. Буду ее кормить своих животных. Ну, Бонька уже кушает. И спать. Все. Пока-пока. Спокойной ночи.